Да, рад приветствовать вас, драгоценные. За неделю соскучился по вам, потому что мы родные. В крови Христа мы новое творение, мы одна семья, мы одно, мы один дух. И это потрясающе на самом деле. Многого мы не знаем, но все узнаем, когда будем все время постоянно на учебе у нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но мы знаем самое главное, то, что Он есть Христос, что Он совершил все на кресте. Он сделал абсолютно все на кресте. Он закончил свою работу на кресте. Нам ничего не надо дожидаться. Нам надо одно только понять. Он сказал нам, уходя, самые последние слова, самое главное, это рассказать о Нем всем. Чтобы люди узнали истину, что только Христос есть путь к Богу, путь к Отцу. Никто не приходит другим способом, как только через Него. И это истина. Мы много говорили с вами, вы помните, о покаянии, что означает изменение мышления. И мы знаем, ученые установили о том, что мы смотрим на этот мир не глазами, мы видим этот мир мозгом. И, к сожалению, так же, как через наш мозг, через наш ум проходит, как ученые подсчитали, от 50 до 100 тысяч мыслей в сутки, и большинство, 70% из них негативные. Вот так мы и воспринимаем в жизни все. Через эти негативные программы, которые лежат в нашем подсознании. Что бы ни происходило, нам так легко верить в негативный исход каких-либо событий. И так трудно нам твердо стоять, не колеблясь на основании Христос. Но мы знаем, что мы имеем ум Христос. И мы должны постоянно контролировать себя. И это самое главное. Учиться контролировать себя. Не с позиции «я стараюсь, но у меня не получается». Или «я вот еще там не дозрел духовно» или еще каким-то образом. Нет. Мы не больные, которые пытаются исцелиться. Мы здоровые, которые испытывают проблемы этого мира. И нам надо в любой ситуации стоять твердо на позиции того, что Иисус на кресте взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Он сделал человечество новым творением. Но люди об этом не знают, не пользуются этим и не имеют этого. Но мы знаем по себе, как много чудес Бог совершает в наших жизни. Мы знаем точно путь к Отцу. Мы знаем точно, что нам нужно делать. Изменять свое мышление. Потому что этот мир мы видим. И этот мир — это иллюзия на самом деле. Все на самом деле не так, как это происходит. Мы с вами много изучали. Вы знаете, что ученые ставили психологический опыт, показывали ряд лиц, и по выражению этих лиц студенты должны были обозначить, кто из них преступник, кто из них ученый, кто из них там социальный работник, но в основном преступник или добрый, хороший человек. И большинство студентов говорили наоборот. Это говорит о том, что своими глазами мы видим этот мир иллюзию. Мы не осознаем истину по-настоящему. Я вам приводил пример, и вы наверняка смотрели в интернете, я спрашивал группу, где три балерины. Они танцуют в одну сторону. Но если смотреть только на две крайне левых, то они танцуют в другую сторону.
А если смотреть на две крайних правых, они танцуют в обратную сторону. Всяко уже, как только возможно, ученые нам показывают, что мир этот иллюзия. Мы его неправильно представляем. Так нам что нужно? Истину, как в том анекдоте. Шашечки или уехать, то есть истину, или шашечки, то, что мы видим. Нам легко воспринимать этот мир. Мы к нему привыкли. Но наш образ мышления зависит от того, какие программы заложены в наше подсознание. А эти программы формируются, уже ученые установили, на 90% не от того, из какой ты по наследственности, родовые проклятия там или еще что-то, от того, в какое ты окружение, в какой среде ты рос, поднимался, воспитывался. И мы знаем, что если с детства ребенка бьют, даже уже там, когда он в животе у мамы, если отец матерится, ругается, пьянствует, бьет, да еще ногами ее по животу, то что хорошего у этого ребенка? Какие программы заложатся в подсознание? Страшное. Но если ребенок с детства еще в утробе матери, слышит слова любви в отношении мамы, папа даже разговаривает с ребенком и мама там, то это совершенно другой ребенок. И я приводил пример уже, что мы привыкли, да, прочитали это в Ветхом Завете, что вот особенно пока по переукладке лежит, надо его пороть как следует, да, чтобы он знал, что с детства, вот с такого маленького возраста манипулировать родителями нельзя. Но сегодня психология говорит, что это все заблуждения были, глупости. Стоп, 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 что значит глупости? Это же Слово Божье. Это же Библия, это же Ветхий Завет написан. Это заблуждение. Нельзя бить ребенка. Я в этом заблуждался. Я это увидел по своей жизни. Ну вот, наш сынуля один, который там творил. И что, я вот его наказывал. Это поимело какой-то результат? Нет, никакого. Обратный. Ребенок замкнулся. А другие, которых вот меньше наказывал, они более послушные. Мама сделала их друзьями. Постоянно дарит им любовь. Меня это очень, я не понимал это. Как, ну, надо же, в Библии же написано, показывает нам. А мама его их делала друзьями. Не просто дарила любовь, а друзьями еще делала. В итоге эти дети, фантастические дети, они полностью маме доверяют, они все выкладывают ей, они все рассказывают ей. Я сейчас достаточно плотно знакомлюсь с психологией подростков. И в наш разум людей моего поколения это вообще никак не входит. Как это возможно, так распускать детей, так с ними нянькаться, быть с ними на равных? Их же нужно воспитывать. Это все глупость. Это все заблуждение. Нужно зачеркнуть все неправильно. В том числе, если вы даже читаете Писание. Нужно местами Писания это подтверждать. Да, могу. Поэтому, друзья, нам нужно изменять мышление. Бог сказал, что только любовь не терпит поражения. Только любовью можно действительно изменить этот мир. Христос есть любовь. Наша задача одна. Не гнаться за чудесами и знамениями.
Не гнаться за какими сверхъестественными там вещами. За дарами, за еще чем-то. Господь нам сказал только одно, самое главное. Христос. Донести всем, что Христос уже все решил. Тебе не надо наркотики принимать, тебе не надо алкоголь принимать, тебе не надо проституции принимать, тебе не надо это. Христос любит тебя. Он уже изменил твою жизнь. Тебе надо просто об этом узнать. Открой свой разум к Нему. И как мы раньше проповедовали, сейчас не покаешься, не расскажешь о всех своих грехах, в ад пойдешь. Это страшно. Это антихристос. Христос есть любовь. Надо сказать, что Христос любит тебя. Он ради тебя отдал, ради всех твоих грехов пошел на крест. Тебе не надо быть в помоях. Тебе нужно жить достойной жизнью. И мы сегодня немного поговорим об исцелении. Продолжаем эту тему, будем все время затрагивать. И мы знаем, что Иоанна 19:30 Господь сказал, свершилось! Все свершилось! Надо стоять на этом. Евреям 10:14 Он сказал одним приношением. Он сделал нас навсегда совершенными. Слушайте, мы совершенные. Ну как совершенные? Ты что, брат Иван? Я что, волос на голове? Пышная шевелюра. Была же, теперь же нет. Ты что, не косишь, никаких плохих поступков не совершаешь? Послушайте, Бог сказал, что Он сделал нас навсегда совершенными. Одни приношения. В Его глазах мы навсегда совершенны. Мы уже совершенны. Мы не станем совершенными. Мы не стараемся стать совершенными. Так что, можно жить так, как хочешь. Вообще, плевать на всех, что угодно делать. Конечно, нет. Если ты получишь это откровение, у тебя даже мысль такая не возникнет. Все твое существо будет противиться любой греховной природе, любым побуждением сделать что-то плохое. Но когда ты не имеешь этого откровения, что ты уже совершенный, то ты будешь стараться. И что твои старания стоят? Я старался всю жизнь. Я лез из кожи. Я что только не делал. И не получается. Не получается. Да, конечно, там пить бросил, курить не курил, наркотики не принимал. Что там? Материться вообще противно с самого сразу, только покаялся и так далее. Да, конечно. Внешне я стал лучше. Но мышление осталось того, что я грешник, я несовершенный, или, ну, ладно, не грешник, хорошо, покаяться же, да? Ну, нет, и зависть, и что там, и обиды возникали, какие там, и ностальгия по каким-то упущенным вещам, и много еще чего другое. Но ты никогда не избавишься от этих вещей. И оно проснется, как вот у того заместителя, главного начальствующего епископа. 70 лет служения, и когда его таксист побибикал, и трехэтажными материл шел, что он по проезжей части идет, там, где есть тротуарная дорожка. Он как, давай ему 15-этажными отвечать. И глаза на лоб, и прибегает начальствующий епископ, звонит, вот, я не думал, что во мне это живет. Куда оно в тебе делось? Оно здесь, в твоем разуме. И либо ты имеешь ум Христов и веришь, что ты уже совершенный, что тебе не надо бояться чего-то, не надо стремиться к чему-то. Тебе надо это откровение получить. Если ты это откровение получаешь, то Бог будет действовать.
Бог будет действовать. У тебя никакого желания не будет совершать плохие поступки. Никакого желания не будет завидовать кому-то. Никакого желания не будет раздражаться. У тебя не будет этого желания. Так же, как когда-то я говорю, что научился об этом, литейки там одни бывшие заключенные, материться так, что 15 слов и ни одного литературного. Так Бог меня отрубил это дело до такого состояния, что мне больно, мне сильно больно слышать любой матерок. И когда началась вот эта песня у нас в наших средствах массовой информации, вроде как русский язык богатый, а что, какие проблемы? И там питерская известная группа одними матерками пела песни и прочее, прочее. Мне больно за то, что люди элементарно не понимают, что это недопустимые сленг, недопустимые слова. Если они хотят, чтобы дети воспитывались нормальными. Поэтому сейчас, когда я включаю там вечером перед сном ТикТок на 5 минут и нажимаю, когда маленький ребенок одними матами. И это нормально считается у нас. Меня как будто гадюка ужалила, я быстро сразу переключаю. Я не могу этого слушать. Все мое существо категорически против этого. Мне больно, мне противно. Вот такое состояние Господь произведет в тебе ко всем негативным вещам, когда ты поймешь, что он не болтал, он не шутил, он не говорил, что вы когда-то станете совершенными. Нет, ты уже совершен. 2 Коринфянам 5:17 говорит, ты новое творение, древнее все прошло, теперь все новое, все в тебе от Бога. Все от Бога. Как? Во мне? Все от Бога? Где? И либо ты получаешь это откровение и действует Бог, подтверждая и изменяя тебя полностью. Либо ты не веришь в это откровение, не получаешь и стремишься это делать своими усилиями. И своими усилиями шансов никаких. Нам надо четко получить откровение, что все свершилось. Ранами Христа я исцелен. Я не больной, который пытается исцелиться от каких-то болезней. Я совершенный. Я не тот, который нуждающийся. Я тот, который умеет, имеющий. Он сказал, все мое, твое. Но мы все время считаем копейки, экономим на всем, это в первую очередь ко мне относится. По какой цене яблок купить и так далее и тому подобное. Денег было море, все, миллиардер уже мыслил, потому что ну вот все, предлагали, вот все рублевкой управляем и так далее. И тут научили. Ты заботься о Божьем, а Бог позаботится о твоем. Это же надо такую глупость. Приходит ко мне человек, который потом стал большим человеком в Единой России. И говорит, Иван Михайлович, дай 5 миллионов для уставного капитала банка. 5 миллионов для меня тогда было копейки. Сейчас это приличный банк. У него море денег. Но моя глупость, я думал, я умный, я ж крутой, я самый преуспевающий бизнесмен был в Алтайском крае. Все говорили, кому надо денег, идите к Ване. Он всем дает, ни у кого не спрашивает, правда. Благотворитель. А кто-то думал, что я главная мафия. Сейчас это серьезный банк с огромными деньгами. А у меня мозгов не хватало, образования, были излишние амбиции, гордыня, что хотите.
Ну, я бы сказал, нет. И все. И сколько было таких возможностей? Так я был умный или нет? Ну, вроде как, да, даже академик, но... И что же мне мешало принять такие элементарные решения? Иллюзии. Наше мышление. Оно негодное, ему нельзя доверять. Нельзя. Именно поэтому мой посыл, мой крик к тому, чтобы мы осознали, что все, что мы видим в этом мире, это иллюзия. Но когда мы верим, Писание говорит, по вере вашей будет вам. Мы с мамой растили нашу старшую дочь. Видимым образом, ну, как-то, вот, более старшие дети явно успешнее, там, умнее, способнее, там, больших успехов. Старшая дочь добилась, крутая и так далее. А здесь что-то вот... Но мы верили, мы вкладывали в нее. Мы терпели, мы верили. А она росла как христианка. Мама особенно. Она беззаветно верила. Итог. Сегодня она преуспевающая, цветущая, быстро развивающаяся и занимающаяся тем делом, которое ей по сердцу. Но это же мечта, когда человек зарабатывает деньги, можно сказать, на своем хобби, на любимом деле, на тем, что он больше всего хочет и любит. Наверное, Бог именно так нас предназначил. Хорошо, место Писания тебе дам. Ладно, скажу. Марка 9:23. Все возможно верующему. Меня всегда удивляло, как это все? Ну как это все? А он говорит, все. Ну слушайте, или Слово Божье врет, или Бог лжец и обманщик. Но никто же из нас разумных так не думает, тем более детей. Но он же сказал, все. Значит, все. Ну вот, я пробовал то, делал это, у меня не получается, у меня... Потому что не имеем откровения о том, что я Сын Божий, я само совершенство. Все возможно мне. Те программы, которые у меня есть в подсознании, они говорят, нет, это ложь, ты же пробовал, ты же видел, ни у кого не получается, что ты хочешь? Но это всего лишь смартфон. Ты же управляешь смартфоном сам, ты же не позволяешь ему командовать тобой. Хотя, большой вопрос, сейчас, по-моему, если человечество отобрать у всех смартфоны, то, мне кажется, очень много будет даже смертей. И помешанных будет много. Галатам 2.20. Бог с тобой. В тебе. За тебя. В тебе живет помазанник. Сам Христос. Если сам Христос в тебе живет. Если Он уже твоя жизнь. То почему я стараюсь своей жизнью? Почему я выбираю жить не его жизнью, не умом Христовым, а своим? Только потому, что на практике пока у меня что-то не выходит. Но это не выходит только от того, что я не изменил, я не покаялся по-настоящему. Как не покаялся? Я произнес все молитвы, все там свои грехи, рассказывал пастору, все, каялся. Да не это покаяние, это изменение мышления, греческое слово метаноя. Я не изменил мышление.
Мне нужно понять, что я Сын Божий настоящий. Я не шуточный, я по-настоящему родился свыше. Так вот, дьявол то, дьявол все, дьявол третье, дьявол пятое. Вот вчера дьявол через мою жену, понимаешь, послал меня в МФЦ. А машина в плохом уже состоянии была. Встал на этот, как его, на самокат. Пронесся там не один километр. И в одном месте площадь прям, ну, чистая, ну, вообще, ну, вот катись и катись. Как долбанулся, улетел с этого самоката. Хорошо, всю жизнь футболом занимался и спортом, поэтому сгруппировался, где-то побился, синяки. Да, долбанулся самым больным коленом, но нормальный, живой. А если бы не тренировался, если бы все... расколол бы что-нибудь, и лицо бы сегодня было, пришлось бы в маске стоять здесь. И, конечно, религиозное мышление, а дьявол через тебя искусил меня, а? Куда ты меня послал, зачем? Да еще самокат подсунул. Глупостью. Надо использовать голову. Господь нам сказал, Христос – жизнь твоя. А если Христос – жизнь моя? Но поскольку мы на практике не видим, мы напридумывали. Вот, матрешку я много об этом знаю. Вот, вот да, вот там в духе мы совершенные, да. А вот душа-то у нас такая бесовская. А тело – это вообще грешное. Лучше бы его... Да не выдумывайте. Человек единое целое. Бог нас такими создал. Он любит нас бесконечно. Все уже совершил. Все. А если Христос во мне, то все во мне. Все Его во мне. Все дары, плоды. О нет, я помазанник. Сколько я учил там всем. Как дары проявлять, как пророчествовать, как там. И чем только христианство не занимается, кроме главного, кроме единственного, что и нужно. Это понять откровение, что ты уже рожден свыше. Ты новое творение. В тебе все от Господа. Все от Бога. Ты совершенный. Ты уже ни в чем не нуждаешься. Уже все Его твое. Тебе нужно только довериться Ему. И начавший себя совершить. Будьте благословенны.